А сейчас настало время поговорить о новостях зоопарка. Традиционно о них поведает наш эксперт Мурат Мутурганов. Мурат, доброе утро. Доброе утро. Доброе утро. Очень рад быть с вами здесь и вам, уважаемые телезрители. Сегодня мы поговорим о дивных питомцах, которые проживают в нашем зоопарке, о косулях. Косули – это дикие козы, род оленей, обитающие на территории Евразии. Они очень некрупные, но довольно-таки, кстати, хотел бы отметить, что однажды у нас косуля родила, и я попытался подойти и погладить, невозможно было. Она начала фыркать, она начала вставать на дыбы, и вот при том, что они очень хрупкие, маленькие, очень агрессивные, когда касается их детей. Вот так. Мурат, знаешь, я вот слышал, что косули, в зависимости от времени года, они меняют окрас. Но большинство животных это происходит, совершенно правильно, и эта окраска меняется в зависимости от времени года. Так, например, летом косуля темно-рыжая, а вот зимой косуля серо-бурая. Вот так вот. Ну, а каких максимальных размеров достигают косули? Они же, в принципе, небольшие. Где-то максимально 7 метров в высоту и в ширину где-то 10 метров. Это вот максимум. 7 метров в высоту косули? Ну, не больше, точно. Ничего себе. Это я про слона сейчас говорю. Косули. Что за косули такие? Нет, косули, я, к сожалению, не знаю максимальный ее рост, но в среднем она вот, наверное, вот такая. Сколько примерно здесь? Мурат, а откуда произошло название, имя косуля? Но она постоянно косит, поэтому решили ее назвать косулей. Да? Да. Ух, нет, интересно. Это тоже шутка. К сожалению, много шутишь. Ну, настроение хорошее, я думаю, осеннее, но у всех. Ну, хватит время шуток, пора серьезно рассказать. Дело в том, что свое латинское название косуля, вероятно, получила благодаря некоторому сходству с козой. Отсюда же и название русское – дикая коза, или козуля, или косуля. Но по другой версии, как я уже в шутку сказал, действительно от того, что у нее немножко косят глаза, возможно, от этого и произошло название косуля. Ну, а сколько они весят в среднем? В природе считается изящным оленем со сравнительным коротким туловищем, задняя часть которого несколько толще и выше передней. Вот так вот. А Мурат, ты видела хоть раз, или ты видел косулю? Я видел. Да, конечно. У нас видел. Запах? Конечно. Нет. Или нет? И у нас. Я в ней видел. А? Вне. Дикую видел косулю, да. Мурат, а чем они питаются, интересно? Рацион косули включает порядка 900 видов растений. Предпочтение дается легко перевариваемой растительной пище. Ну и, конечно, они очень любят, я думаю, овощи, фрукты, потому что, как в зоопарке, постоянно их подкармливают. Гости, посетители, я про них говорю. Ну, а чтобы нам вот всем сейчас захотелось встать и пойти в зоопарк на косулю, какие у них особенности, какие у них примечательности, что в них интересного в этих животных? Чтобы вам прямо сейчас захотелось, я думаю, тебя со стула скинуть прямо сейчас и за руку тебя повести. Нет, примечательно. Ну, во-первых, они с виду очень милые, и я думаю, что сейчас та самая пора, когда набрать фотоаппарат с собой, приходить к нам в зоопарк и фотографировать всех наших питомцев, потому что и природа сама красивая, и у них все это цветет, и меняется цвет у кого-то. Цвет шерсти, и все прекрасно. Так что я думаю, что надо брать фотоаппарат и срочно бежать к нам в зоопарк. Это касается и вас, уважаемые телезрители. Но мы непременно с Аленой после программы обязательно пойдем в зоопарк и посмотрим обязательно на косуль. И проверим, правильно ты нам все сказал или неправильно. Ты же у нас эксперт. Спасибо тебе огромное за твой позитив с утра и за столько подробностей про косуль. Хорошего дня. Спасибо. Я хочу напомнить, чтобы вы берегли природу и ходили в зоопарки. Друзья, наша программа продолжается. Оставайтесь с нами.